27 апреля около 18 часов в МЧС позвонил мужчина и сообщил, что на горном серпантине неподалеку от поворота на чертовы ворота груженный щебнем большой груз перевернулся на бок. Очевидцы не смогли помочь водителю выбраться, потому что его зажало в кабине. На спуске у большегруза отказали тормоза. К месту происшествия выехала дежурная смена хостинского подразделения ЮРПСО. Чтобы деблокировать водителя, спасателям пришлось залезть в кабину, потому что по-другому до него было не добраться. У 67-летнего водителя были зажаты ноги. После того, как пострадавший сочинец был деблокирован, спасатели передали его врачам скорой помощи. Из внешних повреждений у мужчины многочисленные ссадины и ушибы, предположительно, перелом ноги.